Всем привет-привет! Сегодня у меня такое необычное видео. Ничего я не буду сажать, ничего не буду пересаживать, буду творить. Создавать композицию из своих цветов. Что меня навело на мысль? Вчера у меня попросили набрать букетик на торжество. И я так подумала, как-то я ромашек, что ли, своих наберу. И сделала очень красивую композицию, на что были такие вот прям приятные слова благодарности. Сегодня я вот решила еще один попробовать сделать. У меня пиафор, ну, он старый пиафор от старых цветов. Я его заново замочила. Конечно, так делать нельзя, но для себя можно. И сейчас буду собирать композицию. Так, основа, наверное, у нас будет эта роза. Вот так, в центре будет роза. И по краям сейчас что-нибудь придумаем. Очень простенькие цинии, но тем не менее они очень красивые. Сейчас мы их воткнем по краям. Наверное, мало. Еще надо будет одну. Так. Из самых простых и не менее красивых, что растет у нас в саду. Так, поменяем местами. Так. Еще сорвала лилии. Сейчас что-нибудь сотворим. Так, красавицу лилию воткнем. Как-то не видно. Вот сюда. Так. Эту с этого края. Такая вот у меня есть розочка почвопокровная. Наверное, она здесь ни к чему. Ну, сейчас посмотрим. Гвоздички. Гвоздички, гвоздички. Должны быть еще. Вот так. Так, много красного разбавим желтыми. Вот такие вот у меня ромашечки. Не помню, как называется. Мне девочки говорили. Вот сюда. Так, беспорядочно навтыкаю. Так, пока что вот так получается. Дальше что? Хочу воткнуть петунью. Ну, вот так пускай. Вот такую петунью. Чтобы было видно. Не очень сильно, но видно. Так. Пока что это выглядит вот так. Как ярко. Бутончик лилии, не распустившийся. Торчит или слишком торчит. Ну, посмотрим, если что, уберу. С этой стороны лилию, которая распустилась. Вот. Получается такой более большой букетик. Гвоздичку. Сама не знаю, что делаю. Так, тыкаю-тыкаю. Хризантемки. По краям хризантемки, чтобы торчали. Вот так. Пару белых хризантем разбавим чуть-чуть, чтобы было беленькое что-то. И зелени. Самшит я нарвала.
так. Так, еще я нарвала листочков пиона. Сейчас приукрасим еще пионами. Листочками, вернее, пионов. Так. Наверное, слишком аляписто получается. Так. Вот такую травку добавим. Такой вот варигатный листочек. У меня есть еще тут. Сейчас добавим. Так, вроде собрала. Вот еще один лишний. Попробую воткнуть. Или уберу сейчас. Не нужен. Ну все, наверное. Сейчас посмотрим, как будет в целости смотреться. Получился вот такой вот букетик. Как-то в камеру плохо видно. Ну, довольно-таки симпатичненький. Вот такой вот. Ну и чем я не флорист? Красота!